Пожарная тяга – сибирский характер. Под таким названием прошли международные соревнования огнеборцев в Тобольске. Состязания были приурочены к празднованию Дня Тюменской области и Дня физкультурника. Спасатели нашего региона проявили свои лучшие качества, характер и мастерство. В упорной борьбе победу одержала сборная Главного управления МЧС России по Тюменской области. На втором месте команда специализированной пожарно-спасательной части областного главка МЧС. Тройку призеров замкнули огнеборцы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.